Меня зовут Александр Лопатан, мне 21 год, я студент. Ну, друзья меня с детства называют Чет. Там дверь надо закрыть, хорошо? Оттуда. Вот. Ну чё, как у вас настроение? Утром стали фильм снимать. Это как его... О чем фильм, кстати? Сашка, фильм про тебя. Ну, в общем, вот моя комната. Тут до хера фотографий я тут поставил. Каждая из них для меня очень важна, связана с событиями из моей жизни. Женя, мой хороший друг, гитарист. Каждый из этих людей для меня реально важен. Никогда не был на зимней рыбалке, но познакомился с мужиком, кажется, на Гидигиче зимой. Сделал пленочную первую цветную фотографию. А в Лас-Вегасе с мужиком познакомился, который фанат просто тратить деньги впустую в игровых автоматах. Это первый художник, который еще жив и который мне очень сильно нравится, я его фанат. Вот снято в Кейп-Каде. В общем, вот так вот. А так, с разных стран по брелку. Это Торонто, это Италия, это Америка, Гарвард. Вот, это в детстве с Одессы взял себе. Маленький скелетанчик такой. Ну, такая фигня. Так что, welcome to my world, Ника, блин. Девушка. Ну, вообще, самое важное, наверное, это... Банально будет сказать, преданность. Понимание. Да, вообще в отношениях, в любых, даже не только между парнем и девушкой, знаешь. Это понимание, чтобы человек тебя понимал. Это понимание, это жертвенность, где-то наступать себе на горло, знаешь, чтобы человеку уступить. И искренность. Да, искренность — это искренние чувства, искренние эмоции. Три вещи. Вот эти три вещи для меня, наверное, самые важные. Я бы хотел их встретить просто в женском поле. Я трудоголик, и это плохое качество, потому что я не жалею себя, знаешь. Как бы я могу не поесть, как бы весь день работать, работать, а потом почувствовать, что мне так фигово, что капец, но я все равно работаю. Вот, мне всегда всего мало. Вот я жадный. Именно не в денег, не в деньгах в плане. Вообще, даже близко не в деньгах стоит речь. Я жадный на жизнь. Хочу прожить жизнь полной грудью, знаешь. Всегда стремлюсь к этому, всегда бегу куда-то, делаю что-то. Я позитивный. Я позитивный только когда рядом со мной есть люди. Вот если рядом со мной нет людей, я не позитивный нифига вообще. От позитива исходит от людей, которые находятся рядом со мной. Если я от них питаюсь, они могут быть негативными, но я сразу хочу внести позитив, потому что я не понимаю, как можно в компании быть негативным. Как бы в компании, наоборот, надо быть позитивным, потому что вы собрались вместе, знаешь. Когда ты один, тогда, братан, вешайся, знаешь. Ну как сложно же, ты же один. А когда компания, я всегда позитивный, я всегда какие-то шутки гоняю, не знаю, давайте что-то сделаем, знаешь, давайте куда-то пойдем, давайте взорвем вообще эту тышловку, знаешь, давайте подожжем эту помойку, короче, как-то вот так вот, знаешь. Вот, это только потому, что я рядом с людьми, не знаю, не понимаю, вот именно так оно и должно быть. Но вот когда я один, я не такой позитивный, я задумчивый, спокойный, тихий, вот такой. И если так вернуться в прошлое, то
надо, наверное, начать с моих родителей, потому что, как бы, я их очень сильно люблю, они мне дали жизнь, но, как и у всех, были трудности, и было сложно, и с детства, как бы, мамка была на заработках, а так получилось, что отец воспитывал меня, а мой отец, как бы, военной закалки, он ВДВшник, и я был воспитан, получается, в строгом режиме. Когда я сплю, когда я ем, как бы, когда я делаю домашнюю работу, идеальная чистота, идеальный порядок, как бы строгие такие правила в жизни. Мы с ним общались хорошо, только когда я занимался активно спортом, драками, тэквондо. Он любил это все дело, турниры, давать мне советы, хук слева, хук справа, короче, по голове. И все в таком духе. Так что вот о семье, в общем-то, больше ей нечего рассказать. Вот это и есть наша семья, как бы три человека и все. Вот. Музыкой я начал заниматься, как бы, когда пришел в церковь тогда, это я попал в христианский лагерь, и там были музыканты. И вообще идея церкви меня сначала испугала, как бы, но как я был маленький, мне как-то это затянуло, и меня как бы особо не волновало, что у них там происходит, мне просто нравились вечерние концерты. А музыка была христианская, ну, в общем, слова христианские, музыка, так как и музыка, она была очень классная. И люди, которые ее делали, очень яркие творческие ребята. И я влюбился сначала в вокал, мне нравился яркий образ вокалиста, и мне тогда предложили читать рэп христианский, я тогда начал слушать Тупака, и Тупак как раз говорил о Боге, и я думал, почему бы и нет, буду белым, как будто из гетто, как бы, который будет нести людям Бога в сердце. И я начинал читать рэп, и тогда появился первый бенд, у нас была скрипка, гитара, барабаны, клавиши, как бы, и все закрутилось, концерты. И мне нравилось все, что происходило, но в какой-то момент я прям почувствовал то, что вся группа на меня обижена из-за того, что все со мной хотят фотографироваться, только мне уделяется внимание. На группу вообще, на самом деле, реально никто внимания не обращал, хотя они делали работу больше, чем я. Когда я приходил, они уже репетировали, а мне надо было просто знать наизусть текст и просто прочитать его, спеть. И после чего я просто в один момент обратил внимание на моего друга Верела, который сидел за барабанами, и понял, что я хочу быть барабанщиком, а не быть в центре внимания. Мне больше нравится быть частью коллектива, чем частью какого-то идола, которым восхищаются люди. После чего я пересел на барабаны и больше с тех пор не брал в руки микрофон. Классные ребята из Soul Scream, но тогда они назывались Porn Flakes. И после чего мы начали репетиции, я просто понял... Сначала они мне сказали, что я им нужен на 3 концерта, но на самом деле они хотели, чтобы я уже навсегда там остался. И мы начали играть, и сразу все резко закрутилось, мы дали дофига концертов в Молдове, после чего мы поехали в тур по Украине. Это было одно из самых лучших воспоминаний именно в плане музыки. И был open-air концерты, мы были хедлайнерами, приглашенные гости. Мы тогда общались с Дуб-Шиздуб, и все контракты, которые их не устраивали, они отдавали их нам, чему им были очень благодарны. И тогда мы делали первые фотосеты, как бы должны были даже снять клип после Евровидения, но как-то так случилось, что из-за того, что я там был самый младший, ребятам было по 25, по 30, один женился, другой уехал в Москву жить, как бы, и третий подписал контракт с другой группой. И мы распались, после чего я тогда уже, как бы, на то время, когда занимался музыкой со своей девушкой, она была фотографом. И меня затянула фотография, вообще просто покорила, когда мы просто первый раз вышли гулять вместе, она взяла с собой камеру, и изображения, которые я потом смотрел на компьютере, были какие-то сказочные, волшебные, и мне стало интересно просто, как это происходит. И я начал задавать такие вопросы, как ты видишь картинку, почему ты именно расставляешь так, почему там такие цвета, было очень много вопросов, я не мог понять. Она мне ответила очень просто, я так чувствую. Я сидел и думал, ну как человек может просто так чувствовать, просто смотрит и как-то это творит. И со временем как-то начал заниматься этим, и появилось видение, появился вкус. И
как бы когда я понял, что я вроде бы типа крутой фотограф, меня там все любят, знаешь, мне звонят, просят фотосет, и как бы меня приземлила Академия искусств, когда я в нее попал. А как я в нее попал, это вообще было смешно. Я снимал на видео свадьбу, и там была тамада, которая сказала: а ты учишься в Академии искусств? Я говорю, в плане. Ну, на режиссуру, на опературу. Я говорю, а что у нас такое есть в стране? Она такая, да, есть, как бы вот какая-то долбанная свадьба, и тамада мне рассказала Академию искусств, в которую я решил туда попасть, а у меня планы было вообще пойти в архитектуру, как бы, за что я судьбе и Богу благодарен. Интересные подбираются, и команда шикарная попала. Интересно этого фильма то, что мы работаем с ребенком. А это очень сложно, знаешь, как бы человек, ну, как он только формируется, он не понимает, что он хотим работать, а он хочет играть, знаешь. Вот мы работаем с ним, и вот такая башка квадратная. Короче, у него столько энергии, господи, это просто жесть, он не замолкает ни на секунду. Как я этих людей буду фотографировать, надо из них все-таки что-то выжить. Надо, чтобы они дали какие-то эмоции. Но пока все, кто пришли, как бы мне еще никто не понравился, знаешь, как их личность. Они все приходят, стесняются камеры. Мне очень раздражает, что люди начинают фотографироваться только потому, что надо фотографироваться. Надо что-то выставить в Facebook, надо выставить что-то в ВКонтакт, показать это все, знаешь. Типа, вот смотри, я вот был в френд-зоне, смотри, какой я красивый. От этого становится как-то грустно, обидно, не знаю. Теряется какая-то магия, волшебство. Мы сейчас куда-то должны ехать? Да, должны в центр пойти поснимать. Все, давай я быстро душ приму, короче, ты пока здесь подождешь. Давай, хорошо? Давай. Все. Я быстренько постараюсь, окей? Без проблем. And
Такие